Привет, господа! Вы находитесь на канале iHaus Thermoplus, и с вами Олег Кузьмичев. Многие из подписчиков нашего канала мечтают залить мансардный этаж, чтобы плиты перекрытия были под углом 30-35 градусов, там 45 градусов. Фактически они мечтают отлить монолитную коробку, и чтобы второй этаж также был полностью монолитный, но он напоминал мансардный этаж. В чем прелесть этой идеи у многих? Это экономия. Ну, давайте разберем, можете ли вы на этом сэкономить. Прошу обратить внимание, на заднем плане у нас монолитный дом, именно со сложной плитой перекрытия. Там не будет мансардного этажа, это просто заказчик решил сделать такое архитектурное решение. Но там также есть у нас сложные конструкции плит перекрытия, которые у нас под углом примерно 45 градусов. История появления мансардных этажов. Ну, она в основном пришла из Европы. Историческая часть города, площади дорогие, холодные чердаки пустуют, начали осваивать холодные чердаки и переделывать мансардные этажи. Также у нас в многоэтажном строительстве ту же самую схему используют в Москве и даже в новых постройках. Вот, например, в Геленджике есть ЖК Черноморский. Там этажность, по-моему, не выше 5 этажей. То есть дома сдали в эксплуатацию, дальше начинают узаканивать холодные чердаки и делать уже квартиры. Застройщикам это выгодно, они получают дополнительную прибыль. Но единственный нюанс, эти квартиры продаются намного дешевле, чем полноценные квартиры, которые не имеют вот такие у нас формы. ВЖС это тоже иногда вынужденная мера. Есть муниципальное образование, там исторические зоны, как парки культурного наследия. И по градостроительному регламенту дом должен быть одноэтажный. И тогда люди что делают? Они или закапываются вниз, делая цокольный этаж, или делают мансардный этаж. Есть, разумеется, те, кто без этого дизайна жить не может, потому что нравится человеку интерьер. Но если нравится, мечты, конечно, наверное, должны сбываться. Есть дизайнеры, которые заказчиков толкают, чтобы вот все это было так и выглядело. Ну и, конечно, не последнюю роль в этом играют проектировщики. Проектировщик сам по себе, по сути, художник. И его можно понять, потому что они хотят сделать такое здание, чтобы оно было необычное. Ну а что ждет заказчика или самостройщика впереди, об этом дальше. Господа, теперь поговорим о подводных камнях. Если мы монолитную плиту перекрытия изготавливаем примерно в течение 15 дней, если небесная канцелярия нам не помешает, это выставление опалубки, вязка арматуры, прокладка инженерки в плите перекрытия для освещения, также в дальнейшем укладка бетона, то примерно 15 дней, я не говорю, сколько там стоит опалубка, опалубка у нас стоит еще 15 дней, даже 20 дней стоит, оставляем стойки, снимаем. Но если делать вот эту конструкцию, то трудозатраты по времени, они примерно в 3 раза выше. Если берем уже вот такую конструкцию, где у нас две разные плоскости, то на изготовление вот этой конструкции
трудозатраты еще выше. Ну а для тех, кто любит вот такие конструкции, как у меня на заднем плане в интерьере, любит такие окна или любит мансардные окна. Разумеется, господа, вам за все это придется платить. Если у кого-то ограниченный бюджет, на этом вы точно не сэкономите. Вы сэкономите просто на плоской крыше. И если вы уже это поняли, вы можете закрывать это видео и не смотреть дальше. Но у кого есть мечта, у кого есть финансовые возможности, смотрим дальше и не отключаемся. И подписываемся на наш телеграм-канал. На первом этапе работ мы залили основную плиту перекрытия. В дальнейшем мы купили металлический профиль и установили маяки на наших конструкциях, которые под углом 45 градусов. Далее все по классике. Заказываем бетон, принимаем и одновременно с укладкой бетона на поверхности под 45 градусов мы уложили бетон в опалубку для будущих фронтонов, которые вы видите на заднем плане. Господа, вы видели процесс укладки бетона, он кропотливый, фактически это вручную. Далее, подводные камни, какие дальнейшие на удорожание. Ну вот, например, вот такие конструкции, если все эти грани делать идеально ровными, то, опять же, в отделке это идет удорожание, потому что любой отделочник, он их будет выводить шпаклевкой там или выводить под обои ваши, ну, кому что нравится. Это трудозатраты. В дальнейшем окна неправильной формы или мансардные окна – это всегда дороже в 2, а порой и в 3 раза. Разумеется, господа, скорость утепления по горизонтальным покрытиям именно плиты перекрытия теплоизоляции, она намного выше, чем скорость работ утепления именно тех сторон, плоскостей, которые под 45, под 35 градусов. Там просто работать неудобно. Только по этой причине вот это утепление стоит за квадратный метр дороже. Thank you.
Господа, этот ролик носит рекомендательный характер. Строительством занимаемся более 10 лет, тем более мы занимаемся еще и строительством энергоэффективных домов высокого класса. Такие дома, на самом деле, мало вообще кто строит. И я вам даже скажу вот по утеплению. Вот здесь теплоизоляция. На нее будет у нас есть разработанный узел, ставится мурват. У нас даже есть видео, где мы спиром утепляем. Ссылка в описании под видео будет на этот ролик. Он там, наверное, года 2 или 3 назад вышел. Что я хочу вам еще сказать про теплоизоляцию. Когда покупаете теплоизоляцию или сравниваете по ценам, вы никогда не учитываете, что, например, экструзивный пенополистирол, чтобы добиться того же результата по теплосопротивлению, его фактически нужно 200 мм. 2 по 100. А если вы покупаете 2 по 100, то здесь вот раз заплатили за работу утепления. А вот мы идем уже. Вот у меня под ногами. Это уже второй слой. Вот у нас уже второй слой приклеенный. То есть работа в 2 раза дороже получается. И здесь у нас 190 квадратных метров, а фактически мы получаем за работу, умножайте на 2. Итак, господа, всем пока, до новых встреч. С вами был Олег Кузьмичев.